Новое развитие допингового скандала в России. Сегодня президент Путин заявил, что не против повторной проверки допинг-проб Олимпиады 2014. Спорт должен быть чист от всякого рода допингов. Он должен быть честным. Это должна быть честная борьба. Только в этом случае она будет интересной и для самих спортсменов, и для миллионов болельщиков и зрителей. Вместе с тем, вот эта волна, она, конечно, сейчас, мы видим, проходит на фоне политически мотивированных ограничений в отношении нашей страны, в отношении России. Но надеюсь, что действия ВАДА никак с этим не связаны. И более того, мной уже дано указание Министерству спорта, всем российским ведомствам, учреждениям оказать инспекторам ВАДА всяческое содействие в организации их работы. Заявление Владимира Путина прозвучало в ответ на обвинение в существовании допинговой программы на играх в Сочи, направленной на то, чтобы обеспечить россиянам золотые медали. О ней в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» рассказал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории. В Москве эти обвинения назвали голословными. Впрочем, глава Международного олимпийского комитета не исключил, что если российских спортсменов уличат в применении запрещенных препаратов, то следующие игры в Рио могут пройти без сборной России. Проверку по этому поводу ведет Всемирное антидопинговое агентство. К расследованию допингового скандала с участием российских спортсменов подключилось и американское министерство юстиции. Подробнее в программе «Тайм-код» с Владимиром Ленским в 7 часов вечера по Нью-Йорку и в субботу для тех, кто смотрит RTVI за пределами США.